Здравствуйте, меня зовут Антон Талп, и прямо сейчас мы будем говорить только о хороших новостях, а узнаем мы их от самих волгоградцев. Ходили в кино, фильм очень понравился, получили кучу эмоций, позитива. Я учусь в Волгоградском медицинском университете, я сдал анатомию. У сестры день рождения, мы хотим ей прикупить какую-нибудь клевую, потрясающую вещь. Ходила в библиотеку имени Горького на спектакль «На грани». Было шикарно, современное искусство, очень ярко было и здорово. Самая моя хорошая новость, что я влюбилась. Дочка радует, умница, помощница. Общение с друзьями. Это ничего не заменит, то есть общение – это действительно богатство. Прошли выходные довольно-таки успешно, и вот очень снова бурные, на занятия. Да? Да. Вот были очень веселые выходные, и сейчас начали. И опять... у нас сегодня не было одной пары, и мы идем домой просто раньше, счастливые домой. Обычно. Самое важное событие – это то, что наша страна существует. На сегодня это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Увидимся на улицах города только с хорошими новостями.